Именинник Мишаня, скажи привет, ёпта! Скажи привет, привет, Яранск, нахуй! Привет, Яранск! Сегодня у этого чувака, короче, день рождения, блядь. Ему исполняется 19 лет, блядь, большой мальчик. Уже год как может покупать пивас по паспорту, короче, блядь. Блядь, такой ровный чувак. А? Паспорта продают. Конечно, блядь. Мне уже третий год без паспорта продают, наебало на мою, посмотри, ёпта. Вот такие дела, короче, пацаны. Всем привет, нахуй. Тут под инфлеймсинг готовим, блядь. Короче. Давай повыебываемся. Короче, вот мы готовим такую хуйню. Это типа запеканка с мясом, тут все хуй. По-французски. Ля Франце, ебаный в рот. По-французски, ля Франце, блядь. Давай, давай. А? Бля, буду гангстером. Буду гангстером. Нахуя? Бля, ну буду. Бля, да, есть такая фишка, блядь. Я хоуми. Ой, бля, иди отсюда, нахуй, блядь. Бля, в общем, сегодня мы бухаем, блядь, бухаем коньяк, блядь, ну что, вот у этого уебана, Миши, день рождения, блядь. Пардон, блядь. Короче, этот чувак с Казахстана, там, дружба народа, вся хуйня, короче. И, короче, да, блядь, воссоединение трудящихся всех прогрессивных стран, товарищи. Короче, отдельный привет я передаю моему другу Денису, блядь. Ну что, мы тут под инфлеймс, блядь, как тебе привет не передать, уёбок ты, блядь, кудрявый нахуй. Вот. И, короче, такая хуйня. По-моему, Олежа хватит. Хватит? Нихуя! Я ещё бухать буду, ёпты! Ладно, всем пока, с вами был, блядь, МС Картавый и МС Михаил, ёпты, гангстер, блядь. Я гангстер, Хоуми, ёпты, блядь. Буду. Ладно, давай, блядь, всё, попрощайся нахуй с моими ребятами, блядь. Давайте, ребята, гангстер, будьте все гангстер. Долбоёб ты, блядь, долбоёб.